Сегодня на заседании правительства области обсуждали реализацию программ капитального ремонта домов. В апреле этого года сотрудничество с Мурманской областью приостановил фонд содействия реформированию ЖКХ. Одна из основных причин – недоделанный ремонт в доме в Оленегорске. Сейчас, по словам министра энергетики и ЖКХ, работы полностью завершены. Обещают исправить и ошибки в ремонтах и документации в Апатитах, Мончегорске, Полярных Зорях и Кандалакше, чтобы уже в августе сотрудничество с фондом возобновилось. В то же время за качеством работы будут следить внимательнее. Когда компании не выполняют условия контрактов и муниципалитеты, а они инициаторы проведения торгов на сайте госзакупки, вынуждены расторгать контракты, и таким образом деньги, которые определены по гранту, опять возвращаются в бюджет. Мы максимально стараемся использовать повторно эти деньги, проводить повторные конкурсы, но процедура длительная.